Ребята, всем привет! Приветствую вас на канале Andy Move, и сегодня мы с вами поиграем в игру Ghost Recon Breakpoint. Посмотрим на огромные открытые территории, возможность гонять на самом различном транспорте, будем убивать врагов и спасать пленных. Все это в рамках сегодняшней игры. Я хочу сказать, что игра полностью переведена на русский язык, что фактически оставляет меня без работы в этом видео, поэтому я вас оставляю, смотрите, слушайте, ставьте лайки этому видео, приятного вам просмотра, а я отключаюсь, пока. Добро пожаловать на Aurora, инкубатор мира 2.0. Меня зовут Джейс Келл, и я давно вас ждал. Мы пригласили вас новаторствовать, изобретать и творить. Но еще мы просим вас совершить самое главное достижение вашей жизни. Здесь, вдали от всего мира, мы создадим инструменты, которые поведут планету в будущее. Устойчивая экономика, благоприятная экологическая среда, безопасность для всей вашей семьи и сообщество, в котором ценят инновации. Последующие поколения, возможно, забудут наши имена, но благодаря нам они будут процветать. Спасибо, что присоединились к сделке. Мы строим мир с дня. Ugh.
Черт, мои бойцы. Зараза.
Прыгать не буду. А это еще кто? Луча 1-1, это Уивер, ответь, прием! Это Уивер, ответь, прием! Ну что? Хрен там! Контакт! Контакт! Уокер? Прости, Уивер. Уокер, хрен ли ты творишь?
Тревога, тревога. Это призрак главный. Кто-нибудь слышит? Четко и ясно, призрак главный. Кто говорит? Друг, я взяла рацию призрака. Этот призрак еще жив? Главный, или ты идешь за кроликом? Или бежишь за королевой. Докладывай. Потом. Ему оказывают медицинскую помощь. Иди по тропе за древними руинами. Мы ждем тебя в горах, между двумя водопадами. Ясно. Конец связи.
не знаю, что мы тут должны найти. Вертолеты в лепешку. После такого... Черт! Вступаю в бой! Выживший! Thank you.
Стой на месте! Тыщерка! Меня здесь ждут. А вы кто такие? Ну вот опять. Можешь развернуться и топать обратно. Мы все тут на взводе, ясно? Так что поаккуратней с оружием. Тут стрелять запрещено. Что за Эдгин? Пещера, так называется. Входи. Что это за место? Вы, ребята, в норме? Из всей группы остались мы двое. Раций нет, дронов нет. На двоих две винтовки и 8 магазинов. У местных есть вода и припасы. Ну и местечко, да? Черт возьми. Да, обалдеть. Да. Они вроде дружелюбные, но глаз нас все-таки не спускают. Вы знаете, кто сбил вертушки? Не знаем. Но враги точно где-то близко. Я тут на одних нарвался, они звали друг друга волками. С кем мы имеем дело? Пока что только со мной. Ты тут за главного? Кто спрашивает? Мой позывной Номад. Я руковожу этой операцией. Под операцией, ты понимаешь, должно быть грандиозный провал. Привет, старик. Опять ворчишь? Да я просто хочу понять, солнце, почему вдруг на нас с неба посыпались солдаты? Ну, кто-то потопил военный корабль у побережья. Потом пропала связь со всем архипелагом, и нас послали выяснить, что случилось. Но мы не успели. Все наши вертолеты сбили. Половина ребят погибла сразу. Как мы поняли, произошел вооруженный переворот. Сентинел, эти солдаты-частники объявили военное положение. А всех несогласных прижали к ногтю. Производство на Скелтек продолжается. Только теперь они делают больше оружия. Совсем не либертарианская утопия имени Джейса Скелла. Где мне найти Джейса Скелла? А, руководителя Скелтек. Мы его не видели, но его дроны просто повсюду. Думаете, он к этому причастен? Вопрос, зачем ему? Ладно. На этот вопрос я постараюсь найти ответ. Могу я повидать раненых? Да. Одному нужен отдых, но он не затыкается. Успокой его, а? А потом приходи. Устрою тебе экскурсию.
Нет. Обошлось без происшествий. Холк. Эй. Ну ты как тут? Номад. Кто еще кто вышел? Ты отдыхай, друг. Я делаю, что могу. Ты просто супергерой. На. Вот тебе еще суперсила. Мидас пропал. А Уивер... Не думай об этом. Мы совсем разберемся. Оса? Да. С кораблем сейчас вообще связи нет. Поговорю с Мэтсом Шульцем. Он тут главный. Может, у него есть лодка. Не волнуйся. Я приведу подмогу. Иди. Как твой друг? Держится. Спасибо, что выходили. Ты слышал что-нибудь про подполковника Уокера?
Он работает с ребятами, которых зовут Волками. Раньше был военным советником в Скалтек. Служил в спецназе. Знаешь его? Да. Виделись пару раз. У тебя бешеный взгляд. Какие планы? Как выбраться с этого острова? А что с нами станется, тебя не волнует, да? До Окленда 2000 километров. Далековато придется драпать с поджатым хвостом. Я не драпаю, Мэтс. Километров в 20 от берега стоит корабль ВМС США «Оса». Если я доберусь до него, то вернусь с подмогой. «Оса», да? Как-то не хочется, чтобы по острову шныряла толпа морячков. На борту и морпехи были, если что. Тогда другое дело. Слушай, скажу прямо. Против бывших спецназовцев нам не выстоять. Поэтому кое-кто из наших друзей, поселенцев и сотрудников Скел хочет уплыть на лодках. Они смогут укрыться на Осе? Разумеется. Ладно. Я скажу, где лодки.
стрелять! Нет! Я вас не трону. Меня прислал Шульц. Вы не похожи на поселенцев. Ну, я работал. Работаю в Скелтек. Мэтс мой друг. Когда пошли эти аресты, он помог нам выбраться. Зачем ты здесь? Мой вертолет прилетел сюда с военного корабля. Он километров к 20 от берега. Я могу доставить вас на борт и вернусь сюда с подмогой. О. Это намного лучше, чем плыть на лодке до самого Окленда. А где вертолет? Я как раз выясняю. Спрятан где-то? Морис Фокс. Это моя дочь Хармони. Приятно познакомиться. Я Номад. Знаешь, мы видели одного вашего. Он представился Хиллом. Джосайя Хилл? Он здесь? Нет. Он помог нам уйти от Сентинелла, но его ранили. Не очень сильно. Он остался у старой рыбацкой хижины, сарая. Я, кажется, даже знаю, где это. Заберу его на обратном пути. Все в укрытие! Не стреляйте! Нет! Я вас не трону. Меня прислал Шульц. Вы не похожи на поселенцев. Ну, я работал. Работаю в Скелтек. Мэтс мой друг. Когда пошли эти аресты... Черт! Подкрепление! Все в укрытие! Ложись! Укрытие! Берите движение! Потерь!
Что это было? Подожди секунду. Господи. Эти люди. Видимо, это новая охранная программа. Ох ты ж, ешкин кот. Я думаю, пока она работает, с этого острова не уйдет никто. Да и приплыть не сможет. Вероятно, так мы вертолеты подбили. Я хочу домой. И я, малышка. Послушай, собери всех этих людей и уводи их отсюда. Что? Помощи не ждите. За вами никто не придет. Бегите отсюда. Бегите в Эдгин. Ладно, да, понял. А ты-то с нами? Я пойду за моим другом. В здании, где вы его оставили, может кто-то быть. Это наша точка сбора. Удачи. Таким было наше первое знакомство с новой игрой Ghost Recon Breakpoint. Неплохо с вами мы так навели шороху, и я думаю, что мы будем продолжать его наводить. Спасибо, что были со мной на канале Andy Move. Я надеюсь, вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк этому видео и будете ждать моих следующих видосиков. Все, я с вами временно прощаюсь. Пока!